Всем привет, сегодня ожидание нереальность. Поехали. Ожидание. Классно, мне пришло письмо. Или это опять для мамы? Вау, какой iPhone 7. Вот бы и мне такой. Ну или хоть планшет. Здесь даже два iPhone. И планшет. Я хочу что-нибудь одно из них. Надо попросить у мамы. Мама, ты купишь мне планшет или телефон? Вот мне планшет Samsung или телефон Samsung. Там новая версия. Купишь? Не знаю, дочка, куплю я тебе или нет. Да, я тебе обязательно куплю что-нибудь одно. Только не два, а одно. Хорошо? Хорошо, ура! Мне выставили планшет! Или новый телефончик. Ну, вообще, лучше бы телефончик. Ну, или планшет. Не знаю, все хорошо, ура! Победный танец! Ура! Даня. Вау, какое письмо! Ой, вот у меня планшет или телефон. Вот я больше бы хотел телефон. Надо маму спросить. Мама, ты можешь мне купить там телефон или планшет? Нет, исключено. Только на Новый год или на твой день рождения. Мама! Ладно. Грустный танец. Ожидание на следующий день. Ура, ура, мама, мама! Я пришла как можно быстрее. Получила не пятерки. Можно теперь телефон или планшет? Я так ждала этого момента. Доченька, я купила все, что тебе надо. Там лежит твой супер-супер планшет новый. Правда? Спасибо, мамочка, ты самая лучшая. О, надо открыть. Нельзя ждать и прооткрывать. Samsung! Спасибо, мамочка! Как я и хотела! Ура, ура, планшет, новый планшет! Ура, 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 камера! Селфи! О, оцените, девчонки, у меня новый планшет! О, и заодно новая сумочка для тетради. Спасибо, мама. Ты самая лучшая. А, ура, ура. Я так это долго ждала, что у меня будет планшет. Мама, давай щелкнем все вместе. Чик. Чик. Спасибо тебе большое. Реальность. Вот, дочка, держи, я тебе купила то, что просила. Наконец-то, я так ждала этого момента. Что-то не похоже на мой. Может, там планшет или телефон? Наверное, надеюсь, с чехольчиком. Что? Мама, ну, это еще не то, что я просила. Маленький, крупненький, ты даже не сядел селфи. Зато полезный. По нему можно звонить. Ну, а как я буду делать селфи с подружками? Как?
случилось? Мама, ты дождь меня просила. Нужно было Деда Мороза просить. В следующий раз точно прошу папу, он во всем разбирает. Он смотрит хоть новости и прочитает. Не то, что я хотела.